Ставь лайк за 3 секунды, если ненавидишь ходить в школу. Всем здорова, дорогие подписчики, Димка Хасанчик на провинциашке. У нас новая серия по аперской езде. Ребята, я напомню, что в прошлый раз нас поймали копы и отобрали у меня права на 3 дня. Да, мы разыграли, кстати, пятнашечку. В этот раз я смог выловить вот эту вот прикольненькую BMW. Решил оплатить штрафы, как только ко мне подъехали на BMW опять-таки копы. И если вы посмотрите в чат, я только-только сдал на права. Пока я сдавал на права, ко мне также, в общем-то, добрались копы на X5, пытались меня остановить. Вот, но суть в чем, там ни прав, ни штрафа, поэтому ничего не предъявили. Здесь что происходит, пока мне тоже непонятно, но, во-первых, давайте-ка аккуратненько просто сядем в нашу бэху. Я напомню, что я ее немножечко тиранул буквально 10 минут назад, поэтому, ребята, чтобы без лишних движений, без лишних эмоций. Так, один отошел вроде как во ФК, поэтому валим отсюда, ребята, валим по факту, быстро, резко, дерзко. На самом деле, мне кажется, что за мной просто погоня какая-то, уже охота среди копов, так как они многие меня пытаются поймать и забрать мои права, оштрафовать, посадить как бы в тюрьму. Поэтому, ребята, надеюсь, что сегодня будет очень весело, очень классно. Во-первых, мы затюнем нашу бэшечку, кстати, в обратном направлении, да, нарушаем, продолжаем. Вот, а также, друзья мои, устроим реально, реально аперскую езду на провинции. Кстати говоря, если вы хотите также присоединиться к нам, скачивайте игрушечку по ссылочке в описании. И не забывайте указывать мой код реферальной системы. Димку тут сюда, получается, записываете и получаете халявные кучу бабок, а также скидки на покупку жилья и тачки. Это очень круто. Ну вот, а мы сейчас, ребята, приведем в порядок нашу немножечко уставшую бэху. И будем начинать. Ой-ой-ой-ой-ой, у нас одни просто штрафы, ребята, сыпятся и сыпятся. Ну, понятное дело, ведь мы немножечко нарушаем, поэтому, ребята, я думаю, что все будет нормально. Как минимум, мы должны доехать до Приволжска сегодня. В прошлый раз нас прям сразу повязали, поэтому, друзья мои, сегодня уж точно будет что-то интересное. Ставьте лайки, наберем 1000, я выпущу еще одну серию по оперской езде, которую вы просто, ребята, обожаете. А прямо сейчас мы начинаем преображать нашу BMW, чтобы ее не узнал хозяин и не заявил об угоне. Тачка максимально преображается, я ставлю всю просто для нее максимально дорогую. Вот теперь она у нас таким образом преобразилась. Соответственно, BMW для опер езды. В прошлые разы мы использовали вазы, а как я и говорил, наберете 1000 лайков, мы будем использовать иномарочку, и в этот раз я решил использовать BMW. Ребята, в нее я вкинул порядка 1 миллиона, поэтому, друзья мои, я думаю, что как только мы ее разыграем, а я напомню, что мы разыгрываем все тачки, если вдруг меня ловят копы, поэтому досматривай ролик до конца, быть может, ты будешь участвовать в ее розыгрыше. А для этого лишь только укажи в комментариях слово «участвую». Кстати, чё мы стоим-то? Нам нужно штрафы ловить, во-первых. И, ребят, давайте-ка посмотрим. Да, я уже вижу, она по-любому будет сегодня наводить суету, друзья мои, но нужно ее подзаправить. Ребята, отлично, вы только посмотрите, она полностью готова наводить суету. И прямо сейчас мы отправляемся, конечно же, ребята, в другой город, будем ловить копов и вот таким вот образом по всему городу кататься. Йоу-йоу-йоу-йоу, тихо. Главное не расшатать ее до приезда, да. И как минимум не попасться копом прямо в начале этого города, как это было в прошлый раз. Потому что отдавать эту дорогущую тачку вам, ну мне прямо, ну не хотелось бы, реально. Я в нее вкинул лям, это мои реально кровно заработанные бабки. Поэтому, друзья мои, в комментариях пишите, хотели бы вы ее на розыгрыш, или же все-таки мне сегодня повезет и мы не поймаем копов. Об этом узнаем чуть позднее. Тихо. Вау! Бывает, но, ребята, по правилам мы не будем платить, хотя этого делать ни в коем случае нельзя. Иначе, ребята, вас уж точно поймают или же посадят нарушать, прям как я. Этого никогда в жизни не повторяйте. О, копы. Ёпс! Тудей! Переволновался! Ребята, мне срочно нужно ее починить. Но вроде пока... А, стопы, вон еще один. Так, мне нужно срочно ее починить. Где мы можем это сделать? Мы это сделать не сможем, наверное. Сейчас, короче, поехали, пофигу. Так, поехали? Да, они поехали за мной!
Они поехали за мной, ребята, они поехали за мной. Тихо. Нам срочно нужно починить тачку, поэтому нам направо. Тихо. Да, мужик, конечно. Сейчас. Да. Тихо. Ёпс. Да ладно. Нет, только не это. Спасибо, сэр. А, у нее газ заклинил. Я волнуюсь. Сильно. Тросик газа заклинил. Я не мог ничего сделать. Арсений, получается, Блэкбери у нас лейтенант, который попытается сегодня нам помочь. Тихо. Валим. Братка, валим. Мужик, что надо? Блин, Арчи топи. Ребята, боже, она такая медленная у него. Мне кажется, мы далеко не уедем такими темпами. Огородами, братка. Как-нибудь, надо просто как-нибудь. Ля, что творит, ребята. Короче, я предлагаю, знаете что? Побежали. За двумя зайцами уж точно не погонится. Тихо. Что там происходит? Подождите-ка. Он за мной бежит. Он реально за мной бежит. Сейчас мы дурака обманем. Тихо. Да ёпста. Зачем? Давай, мужик, валим. Давайте-ка накинем парняги реально за такую интересность. Офигеть, он подъехал вовремя, ребята. Офигеть, он реально вовремя подъехал. Главное сейчас свалить, ребята. Просто главное сейчас свалить. Так, где коп? Блин, он догоняет нас, он уже нас догоняет. Проблема в том, что у меня тачка сломана, ребята. Я не могу. Он сам разложился. Тихо. Короче, пацаны, надо сейчас либо где-то скрыться, либо куда-то сбежать. В любом случае, да, за Арчи он точно погонится, так как он тоже нарушил. И достаточно неплохо так ты нарушил. Тихо, давай. Ребят, но проблема в том, что у меня не на ходу моя бэха. Я реально немножечко перестарался. И если меня сейчас поймают копы, то, соответственно, эту бэху мы разыграем среди вас. Прям реально оперск... Реально суету наводим прямо по городу, ребята. Отлично, 140. Спасибо, Кэп, за то, что добавил газа. Бортует его. Во, что? Ребята, у нас уже минус капот. Минус все. Мы ничего не можем. Ну, понятное дело, типа у него X5, там мы ничего тут не сможем сделать. Но я просто жду какого-нибудь подходящего момента, чтобы чисто улизнуть. У нас маленькие проблемы по типу того, что... Боже, ты серьезно? Ёпс, тихо. Нет, я не попадусь. Нет, только не это, ребята, короче, только не это. Да не стреляй ты, ля, мужик молодой. Мне нужно, ребята, срочно как-нибудь сейчас сбежать. Выручай, братан, выручи, пожалуйста, как-нибудь. Выручи, уезжаем. Пожалуйста, нет, поехали. Спасибо. Ребята, да ну нахер. Это что за серия? Реально, я такого еще никогда в жизни не снимал. Ребят, чисто вот пацанчику за то, что как бы выручил, реально, куда-нибудь. Да, давай, куда-нибудь в кусты. Сейчас просто, ребята, прячемся и нафиг вообще. И нафиг. Короче, в дома куда-нибудь. Ну, или, ладно, окей. В дома можно. Спасибо. Короче, ребята, это просто жесть. Главное сейчас скрыться, спрятаться и дождаться, чтобы, ну, этот парняга нас уж точно потерял. Но вроде когда все пусто и чисто, ребята. Это не может не радовать. Как бы, а мы можем в дом забраться? Открыть дверь, войти. Блин, нет ключа. Мы не спрячемся здесь. Ладно, короче, ребята, на этом будем серию заканчивать. Такая сегодня у нас оперская езда. Немного шухера и погоня была. Ставьте обязательно лайк. И, ребят, давайте так. Так как я все-таки убежал от мента, меня не поймали. Соответственно, тачку по факту я разыгрывать не должен. Но, если вы
наберете 1000 лайков на этом ролике, то мы разыграем эту машину стоимостью практически 2 мульта. Ребята, да, это обязательно. И не забывайте указывать, конечно же, мой промокод в реферальной системе. Вот здесь Димка, активировать, получайте приятные плюшки на старте игры. А с вами был Димка Хасанатор, всем удачки и всем пока-пока, друзья.